Готовность номер один. О том, что местные выборы не за горами, сегодня напомнили представители партии Сергея Тегибко «Сильная Украина». Запорожьяне первыми вышли на стартовую линию избирательной кампании. Сегодня в город приехала заместитель председателя партии «Сильная Украина» Александра Кужель. Она провела встречу с представителями местных партийных организаций и дала пресс-конференцию запорожским журналистам. О планах «Сильной Украины» на ближайшие месяцы сегодня расскажет наш корреспондент. Цель визита в Запорожье одна – подготовка к грядущим местным выборам, сразу же заявила Александра Кужель, заместитель председателя партии «Сильная Украина». О местных выборах партийцы задумали сразу после окончания президентских. Цели тегибковцы ставят амбициозные – набрать не меньше голосов, чем Сергей Тегибко на выборах президента. Местные выборы для «Сильной Украины» очень важны, говорит Александра Кужель. Лично для меня важнее даже, чем верховные, потому что все основные вопросы, которые возникают у населения, проблемные, это все может решить практически местная власть. Верховный совет пишет общенациональные законы, а местная власть должна служить громаде. «Сильная Украина» к местным выборам готовится основательно. Кандидатов подбирают тщательно. Это первая в Украине партия, которая в преддверии выборов объявила праймерис – рейтинговый отбор кандидатов на выборные должности. Всех претендентов проверит и внутренняя разведка партии. А новый закон о выборах, который предусматривает смешанную избирательную систему, в «Сильной Украине» расценивает как шанс для партии. Мы не будем относиться к этому негативно, потому что для нас это шанс. Шанс подобрать тех ярких личностей в регионах, найти тех людей, которые способны будут продвинуть бренд партии, способны будут говорить о партии действительно как о партии сильных. Партии сильных, партии реформаторов, партии специалистов. И сегодня представители «Сильной Украины» заявили о том, что намерены на грядущих выборах в Запорожье выдвигать собственную кандидатуру на должность городского головы. Кто может стать кандидатом в мэры от партии Сергея Тегибко, ее представители пока не говорят. Считают, что слишком рано. Мы все-таки ждем окончательного решения по закону о выборах. Он пока еще не подписан президентом, поэтому нам очень сложно принимать уже какие-то конкретные решения и подавать какие-то предложения. Обсуждаем и выдвигать будем. Кого конкретно, определимся чуть позже. Запорожью необходима свежая кровь, говорит Александра Кужель. И добавляет, все кандидатуры с мест на должность мэров будет лично утверждать лидер «Сильной Украины» Сергей Тегибко.